Что, девчонки, вы, как всегда, рядом со мной тусуетесь, да? Глядишь, чего-нибудь перепадет вкусненького, да? Девчонки мои, любимуши. Конечно, мы, скажи, знаем, что перепадет что-нибудь вкусненькое. Сегодня взвешивала девчонок. Одинаковый вес, грамм в грамм у них сейчас. Первый раз. 3200 они весят обе. Девчонки. Нюшка смирилась с участью. Луняшка ее вылизывает. Намывает постоянно. Что она там ей уши чистит? Намывает ушки. У нас обычно у всех чистенькие ушки. Ой, Луняшка, но я не могу. Террористка, умывальщица. Ну вот сейчас Нюшка кажется потолще даже, чем Луняшка. У Нюшки пузик потихонечку растет. Вроде еще сисюльки как будто набухли, или мне кажется. Так что пока не знаю даже, сколько тогда у нее будет котяток. Сколько прогнозировать. А Луняшка худеет наоборот. У нее шерстка, остатки шерстки выпадают. К весне перелиняет полностью, и уже будет новая отрастать у нее. Сейчас, видите, светленькая такая, она худенькая, светленькая, мордочка маленькая, кажется. Потому что вся шерсть с морды повыпадала. Ой, смешнуля моя. Анюшка, Танюшка. По мне, скажи, хоть бревна ворочить, лишь бы лежа, да? Нюша. Лентяйка моя. Звезда моя. Нюшенька, ты звездочка, что ли, моя? Пузатенькая. Красавишна. Любимки, девчонки, любимки. Скажи, ну давай, мама, быстрее уже угощай нас чем-нибудь. Самым вкусненьким. Да? Зря мы, что ли, скажи, тут позируем. Девчонки мои. Да. Луняшка всегда натрется об ноги. Говорит, ну ты что, мама? Ну давай быстрее, говорит. Сейчас, подожди, Луняшка. Остынет, будем кушать вкуснятинку, да? Сейчас, подожди. Хитрая Луняшка. Хитрулька моя. Хитруля моя, хитруля. Да, вся обтерлась. Усатик мой. Любимки. Ну что, девчонки? Ну что? Хор. Девчонки, ну, ой, что, мои зайки, накушай, Нюша и Луняша, девчоночек креветочки, я им отдаю головки чищенные, без такого твердого панциря, и еще несколько креветок я им просто мелко режу, и туда же они съедают все полностью. Это их любимое лакомство, любимое блюдо. Да и у меня тоже, чего греха таить. Так что креветки мы всей семьей очень любим. Да, девчонки? Вкусненько, скажи. Да, вкусненько у нас. Несколько дней подряд я им уже даю. В честь новогодних праздничков. Вкусно, да? Ну, они моментом их съедают, конечно. Даже Нюшка. Насколько она обычно медленная, но креветки у нее... Посмотрите, она даже быстрее, чем Луняшка. Сейчас, Нюшенька, еще немножечко. Это как у вас остынут горячие креветки. Сейчас я тебе еще сделаю. Ты моя лапонька. Ты стала кушать быстро у меня, да? Скажи, животик растет, и я кушаю быстрее из-за этого. Даже у Луняшки еще он есть. Сейчас, подожди, Нюшенька. Да, совушка моя.